Всем огромный привет! Добро пожаловать на канал Эвер Ченел на YouTube. Сегодня я возьму вас с собой в резер. Надеюсь, мы соберем какие-то интересные образы на осень. Если говорить конкретно о онлайн-магазине резер, то там было достаточно много интересных вещей, и можно было бы создать очень стильные какие-то трендовые образы на осень. Я не знаю, какой ассортимент будет в самом магазине. Надеюсь, мы подберем что-то интересненькое. Итак, побежали! Так, мы в примерочный резерв. Должна сказать, что ассортимент в магазине не очень хороший, онлайн намного лучше. Сейчас я пробегусь по вещам, для которых я для вас померяю. Тут все различные цвета. Собрала небольшую капсулу. Так, взяла померить вот такие вот ботильоны черные. Это, естественно, не кожа, в 39 размере за 40 евро. Далее вот такое вот платье длины миди, клетчатое за 35 евро, 92 полиэстер, 8 эластан. Далее такой вот розовый свитер, очень симпатичный, кстати, в размере М за 30 евро, это 56 акрил и 44 полиамид. Такое вот джинсовое платье, тоже длины миди, чем-то напоминает мой джинсовый комбинезон. Я его взяла в 40 размере, и платье по составу 65 хлопок, 35 лиоцел. Дальше бежевый джемпер, даже такая водолазка в размере L52 вискоза, 21 полиамид, 27 полиэстер. Ничего хорошего нет. Вот такой вот белый жилет, который тоже сейчас актуальный, в размере M за 35 евро. Я бы все-таки советовала брать размер S. Коричневые карго-брюки с заклепками внизу. Я их взяла в 40 размере за 30 евро, 72 полиэстер, 21 вискоза и 7 эластан. Дальше смотрим первый образ. Справа я вам буду показывать вещи, которые я померила и примерно сколько они стоят в рублях и в евро. Так, образ в целом с жилеткой, с брюками, с ботильонами. Сюда я добавила мою водолазку и сумку Coach. В целом образ смотрится достаточно стильно. Конечно, образ больше подходит на теплую осень. Вместо водолазки можно надеть какой-то джемпер или свитер, или худи. Или же поверх жилета можно накинуть пальто или какой-то тренч. Следующий образ с платьем клетчатым и с теми же черными ботильонами. Ботильоны можно всегда на что-то другое заменить. Это могут быть, как на фотографии, сапоги высокие, уходящие под платье. К данному образу я добавлю еще розовый джемпер. И сверху накинула мой тренч, чтобы образ в целом смотрелся как-то собранней. Вместо данной черной обуви можно взять мои белые ботильоны. Они тоже сюда неплохо подойдут. Или же, как я уже сказала, сапоги. Можно взять также какие-то кроссовки. Можно взять ботинки, какие-то ботильоны на каблуке. Дальше тот же образ. Как вы видите, я поменяла обувь, взяла мои белые ботильоны и белый жилет. Если в этом образе будет холодно, сверху можно накинуть какое-то пальто. Под жилетку также можно накинуть тот же розовый джемпер. Жилет всегда можно заменить на пуховик какой-то короткий или удлиненный. Также будет смотреться достаточно стильно. Следующий образ на мне с джинсовым платьем. Платье достаточно маленькие, маломерки. Я бы советовала на размер на 2 брать побольше. Особенно тем, у кого большая грудь. Под платье я надела бежевую водолазку. И сверху решила надеть жилет. Сюда также можно взять какой-то тренч или пальто. Можно взять косуху. Обувь я бы все-таки заменила на какие-то сапоги с широким голенищем. Будет смотреться намного стильнее, особенно в сочетании с жилетом. Жилет также можно заменить на какой-то обычный пуховик, или короткий или удлиненный. Надеть какое-то пальто, возможно, также тренч, можно взять какую-то косуху. На этом все. Я знаю, что видео получилось не длинным. Постараюсь следующий шопинг-влог снять подольше и подобрать намного больше образов. Я надеюсь, будет возможность. Всем спасибо за просмотр и пока!